Ребят, всем привет, с вами снова Аня, и вы на канале Типати. Я знаю, что меня очень давно не было на канале, и многие из вас писали мне в Инстаграме, почему я не появляюсь. Но если вы следите за обновлениями нашего YouTube-канала, то вы, наверное, знаете, что очень много всего произошло в нашей жизни, и думаю, что Косте, что мне нужно было время, чтобы немножко прийти в себя, чтобы понять для себя, что мы хотим делать. И поэтому этот месяц у меня прошел довольно-таки насыщенно. Я переехала, вы, наверное, видите по новому фону. Я устроилась на подработку, и мне нужно было время, чтобы привыкнуть к новому режиму, чтобы перетащить все вещи, чтобы привыкнуть к работе, и я опять готова снимать для вас видео. Опережая ваш вопрос, с кем же я устроилась работать, я устроилась на подработку к своему очень давнему другу. Я работаю в мексиканском маленьком ресторанчике. Это, может быть, не очень сочетается со мной, но я готова. Работаю я 4 дня в неделю, не очень много часов, с 5 до 11, и поэтому у меня будет время и заниматься ютубом, снимать для вас классные видео, и иметь какую-то, знаете, стабильную работу, которая позволит мне жить в гармонии с собой, не боясь, что вот мне может не хватить на оплату счетов или квартиры. Потому что не знаю, как вы, но когда у меня очень много свободного времени, я становлюсь еще более ленивой, у меня нету никаких желаний. И когда мы с Костей снимали YouTube, помимо YouTube, все, чем мне хотелось заниматься, это лежать на кровати, иногда видеться с друзьями и все. А сейчас у меня появился хотя бы какой-то режим, дисциплина. Но не буду долго об этом затягивать. В сегодняшнем видео это как возвращение мое на канал. Я покажу вам, как же я провожу свой день. Не буду пока снимать свою квартиру, потому что еще не все мы успели обустроить, привести в порядок, убраться, поэтому вам будет виден в этом видео только вот этот уголочек. Но если вам интересен рум-тур, то ожидайте в ближайшие неделю-полторы рум-тур тоже выйдет. Живу я теперь со своей одной из самых близких подруг. Ее зовут Наташа, она с Украины. И немногие из вас поняли, но Костя с Настей, они вернулись в Россию. Я осталась в Корее, потому что живу я здесь уже больше 8 лет. Здесь мне комфортнее всего, здесь вся моя жизнь, поэтому я никуда не уезжала, я все еще в Сеуле. Ну а в сегодняшнем видео я просто покажу вам, как я провожу свой день. Сейчас 12 часов утра, я встала незадолго до того, как начала снимать, заказала себе еду. Еще сегодня должна прийти какая-то мебель. О, я вернулась к вам со своей едой. Да, в общем, я поем, соберусь и вкратце покажу вам свою работу. Еще сегодня должна приехать часть мебели, которую я буду, наверное, собирать и все это устанавливать, потому что завтра к нам на новоселье придет куча наших друзей. Поэтому давайте я быстренько поем и посмотрим, как же пройдет наш день. У нас, конечно, есть еще стол и стулья на кухне, но там такой беспорядок, поэтому сегодня я поем у себя в комнате. Вот такой столик мне подарили Саша и Дана, если вы знаете, кто это такие. Мы с ними снимаем часто видео. Что же я заказала? У меня здесь рис с жареным яйцом. Немножко кимчи. И я заказала себе кимчи-чиге, потому что в последнее время мне очень хочется вот чего-то, знаете, с бульоном острого. И я уже заказывала в этом ресторане кимчи-чиге. Очень вкусно. Поэтому сегодня я заказала его еще раз. Вот так выглядит наш суп. Приятного мне аппетита. Может быть, в силу возраста или чего, я не уверена. В последнее время я не могу есть хлеб, пиццы, гамбургеры, пасты. Все, чего мне хочется, это риса, супа какого-нибудь. Завтра еще к нам придут друзья, и корейцы там будут, и из России, и из других стран. Так что сегодня я должна поработать, отдохнуть, и завтра целый день буду у плиты. Очень неудобно кушать на камеру, как бы парадоксально это не звучало от меня. Но увидимся через секунду. Я уже пришла на работу.
но нам с вами нужно на кухню. Да. Это мое рабочее место. Есть пару вещей, которые я должна сделать перед открытием. Так что я вас положу куда-нибудь сюда. 사장님 나오는 날 같이 한다고 아 진짜요? 아니 토요일 날 나와야지 вчера уже написала, что мне нужно подготовить пока начну открытие тут у нас всякие заготовки для того, чтобы готовить сейчас Мне нужно поставить рис. Только что постелила ковролин. Он такими квадратиками. Приклеивать я его не стала. Боялась ошибиться. Но вроде бы вышло ничего. И сейчас меня ожидает сбор шкафа. Но если даже стол мне было собрать тяжело, я не знаю, как я с этим справлюсь. Это слишком сложно, поэтому я думаю, покажу вам уже результат через 300 часов моих попыток. Очень устала, и продолжение этого влога сниму уже завтра. Поэтому сейчас я отправлюсь спать. Увидимся завтра утром. Мы уже тут закупились продуктами и будем готовить. Да, Наташ, ты хочешь появиться в видео? Класс. Наталья, что у нас сегодня меню с вашей стороны? Борщ. Голубцы и жареная картошка. Вы что, с Украины? А что, тогда нет? Вау. А я буду готовить чебуреки и кукси. А вы что, с Кореи? Да. Мама будет мной гордиться, если я не запарю. Сразу все, буду завидны женихи. Да. Сюда ходить. Оценим. Скажите, пожалуйста, будущее послание моему жениху. Будущее послание моему послание моему. Послание моему будущему жениху. Послание далеко. Послание просто будь осторожен. Эй! Беги, пока можешь. Смотрите, какую модную подсветку нам надо сделать. Зелененько. $2 стоит. Вау. Дорого. Люблю экономных женщин. Очень сексуально. Я как лампочка. Экономка. Зажигаешь? А. Так, Натали сварила нам борщ. Готова Ой. Вкусно Thank you.
фарш. Говяжий и свиной. Наш тесто полежало. У нас тут готов фарш. Но так как у нас будет много человек, это будут мини-чебуреки. Еще мне нечем раскатывать тесто, поэтому мы обратимся за помощью к Абсолют Водке. Это не реклама. Раскатываем. Ну, я, конечно, не мастер, но главное вкус, а не вид. Да? Да. А можно вопрос? Да. Почему в Абсолют Водке нету водки? Есть водка. Выпей свой сок. А почему так мало? Вкусный апельсиновый сок. Вот, у нас получился такой маленький чебуречек. Куда положим? У нас тут смесь. Мяса должно быть много, а теста мало. Вот. Берем такие. Ой. Красота. Давай сфотографируем тебя, надо полить. Мы пожарили остатки начинки. Я сделала мини-чебуречки. Очень тоненькие. Блин. Нет. Не только-то. Страшно мне! Возьми это. Да не это. Ложечку можешь взять. Ложечку. О! А, ну все не так плохо, как я думала. Выглядит как чебурек. Выглядит как чебурек. Пацаны, тут чебурек как чебурек выглядит. Да получилось, выглядит как чебурек. Попробуйте и скажите, нормально или нет. Вот вам соевый соус. Куда макать? Чебурек в соевый соус? Мы всегда так делали. Чебурек в соевый соус. А вы как ели? Это корейский стай, видимо. Чебурек в соевый соус. Ну попробуй. Оно внутри норм или нет? Hey guys, you too. Норм? Ой, чебурек. Норм? Божественно. Try. Вот так и сажи. I'll pay you more. You can move somewhere else. Вы знаете, я плоха в завершении видео, и вчера, так как мне нужно было ложиться спать, чтобы встать в 6 утра, потому что сегодня я красила волосы, покрасила корни, поэтому мы посидели, пока там все убрали, пока то все, не было времени записать завершение этого видео, поэтому записываю его сейчас. И так как мы еще не провели Wi-Fi дома, нужно выйти в кафе, чтобы отправить это видео Костику. Чтобы он посмотрел и выставил его, чтобы его могли посмотреть вы. Так как сегодня у меня выходной, я решила накраситься, принарядиться и пройтись по району вместе с друзьями. Поэтому, да, думаю, на сегодня наконец-таки это видео я завершу. Вот, так что если видео было интересным, не забывайте ставить пальцы вверх. Не забывайте, что у меня также есть Instagram, @dinannapk. Оставляйте свои комментарии. Пожелания на видео, которое бы вы хотели увидеть. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Люблю вас!